Сейчас будет баджан, посвященный Шри Свами Вишванананде. Вы можете, если ваш гуру Свами Вишванананда, вы можете думать о нем. Вот, если он сравнивается с Кришной, и если у вас гуру кто-то другой, то вы представляете себе в уме своего гуру и сравниваете его с Кришной. Гуру, он один, он пронизывает все. И ради нас он принимает ту или иную форму. Поэтому кажется, что гуру разные. На самом деле гуру один. И из своей милости, в соответствии с темпераментом каждого человека, он проявляется в том или ином теле и обучает нас и ведет нас к самоисследованию, к самопостижению, к самоотдаче. Разными путями, в зависимости от наших склонностей, от нашей культурной обусловленности, религиозной и так далее. И когда мы поем гуру, мы на самом деле поем лишь одному гуру, садгуру, высшему гуру, у которого все имена, все формы. Он действует через все тела. Ему одному единому мы поем. Oh.
Oh,
Здесь есть люди, которые на самом деле ни разу еще на киртане не были. Их видно. Вот. И, но, несмотря на то, что вы не были на киртане ни разу, и думаете, о боже, что это такое? Это что, секта такая? На самом деле, вы просто расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой. Вот. На самом деле, вы просто почувствуете обстановку, вот, почувствуете состояние. Никак не оцениваете, что это за индуистские какие-то санскритские слова. Вот. То есть есть люди, которые впервые даже здесь есть, которые вообще впервые столкнулись с индуизмом вот в этом зале сейчас. Вот. Поэтому просто почувствуйте саму атмосферу и комфортно ли вам там, вот именно в плане музыкальности, в плане атмосферы, да, люди вокруг какие. Вот. То есть на это сконцентрируйтесь на этом. Вот. А те, кто в курсе, вот, вы не медитируете глубоко, а вы делаете динамическую медитацию. Как бы вы пойте, вот, и медитируете одновременно. Потому что есть некоторые, которые медитируют и входят глубоко, да, но при этом внешне вот тело, оно не участвует в служении в таком. А когда вы участвуете, то вы энергетически объединяетесь все вместе. Мы все объединяемся как в одном таком поле энергетическом. Вот. То есть очень важный момент. И это все передается как по цепи. Вот это состояние энергетическое такое. Приоткрывайте рот, даже если слов не знаете, вам чуть-чуть такой голос. А там слова, они сами по себе как-то появляются. Да. Они такие, они святые слова, поэтому да. Проявятся. Сейчас вот будет ветеран. Вот сейчас будет такой баджан. Он называется Мурали Кришна. Это Мурали означает «играющий на флейте». Кришна, играющий на флейте. Там будут слова такие «Мурали Кришна», «Мукунда Кришна», «Мохане Кришна», «Кришна Кришна». «Мукунда» означает «тот, кто дает освобождение». И слово такое на санскрите «мукти». Вот. «Мукунда» значит «дающий освобождение». «Мохана» означает «привлекающий». Вот. Он привлекает, потому что Бог привлекает душу разными способами. Вот. И Кришна был мастером привлечения души. Вот. Есть слова такие «гопи», «Кришна». Гопи — это были такие пастушки, которые очень любили Кришну. На самом деле гопи — это были не простые девушки. Гопи — это были великие риши, мудрецы, которые переродились в образе девушек-пастушек только для того, чтобы и служить Кришне, и служить Господу. Вот. Тут есть слова такие «Говардхана Дхара». Говардхана такая была, такой гора такая, да, которую Кришна держал на одном пальце, чтобы защитить от дождей, от потопа, от действий Индры, такого царя богов, вот, жителей Бранджа. Дхара означает «нести», то есть он нес на одном пальце, он как бы держал на одном пальце целую гору. Вот. Есть слова «Радха Кришна», «Радха» вы знаете, это возлюбленная Кришна, это сам Кришна, по сути. Вот. Это его энергия. «Раса Вилола» — есть такие слова, и «Бала». «Бала» — это означает «играющий». Как у нас в русском есть слово «баловник», ну вот, а на санскрите есть слово «бала», и означает то же самое. То есть «играющий», такой «балующийся». Вот. И слова «Раса Вилола». «Раса» — это вкус, а «Вилола» — это означает тонкий или играющий такой, как бы дрожащий. Ну, здесь имеется в виду, как трепет отношений между гопи, между Радхой и Кришной. Krishna, Krishna, Krishna.